Здравствуйте, уважаемые подвохи, а также подписчики нашего YouTube-канала. Многие пользователи наших гидрокостюмов замечали вот такие вот зелененькие закрепки, или на гидрокостюмах чуть поздней версии они были черные закрепочки. Для чего они нужны? Что это такое? Если костюм вам подходит полностью по объему, но чуть длинноватый по вашему росту, чуть длиннее руки у костюма, рукава чуть длиннее, манжеты на штанинах, их можно подогнать под свой размер, укоротив. На костюмах вот такая вот закрепочка обозначает то, что можно сделать рез до закрепки и быть уверенным в том, что нитка дальше распускаться уже не будет. То есть вот этот шов. Поэтому обрезка делается очень просто и как бы без всяких сложностей. Для этого нам понадобится какое-нибудь или же мыло, или мел, и просто линейка. Первую метку мы делаем. Смотрим, чтобы край манжета у нас был ровный. Линейку ложим до закрепочки. Отмечаем. Прочерчиваем линию. Лучше эту линию делать по всему периметру. Точнее сказать, по всей окружности. Дабы у вас получился красиво обрезанный манжет. Смотрим край и прочерчиваем линию. Соответственно, края линии должны у вас соединиться. Вот такая вот линия получилась. У нас вроде ровная, можем резать. Рез может быть как сразу вы две ткани можете резать. Если вы уверены в том, что у вас все правильно, красиво получилось нарисовать, проверяем вот этот край, смотрим, правильно ли ножницы стоят ваши на линии. Крайняя прена совпадает манжета. Делаем неотрывной, желательно неотрывной, делать рез. Вот так получается обрезка костюма. По линии подогнали его. Все. Можете пользоваться своим костюмом, который будет у вас уже на манжетах, не будет перекрывать часть ладони, а будет как положено по косточку, то есть по запястью. Вот такой вот небольшой видеообзор о подгонке гидрокостюма, точнее скажем, рукавов и штанин под ваш рост. Всего доброго, с вами был Александр.